Ей, здравия, дорогие друзья! Мы находимся в Карпатах, и я хочу вам показать эту прелесть. Это прекрасный вид, это зрелище такое. Речка, горная речка. Как это красиво. Послушайте шум. Тишина. И красота. У нас заканчивается сегодня фестиваль. Сегодня день закрытия уже. Решил пройтись по берегу этой прекрасной реки, показать вам эти замечательные места. Как здесь красиво, как здесь уютно, благоухающе. Послушайте этот шум воды, это классно. Запах такой, аромат, это просто обалденно. Представляете, городскому жителю казаться на лоне природы, как это здорово. Просто замечательно. Вот он, бесконечный источник энергии, который нам нужно, не нужно что-то умудряться, мудрить. Вот она, просто соединись с матушкой природой. И вот она, энергия уже прямо здесь у тебя. Классно. Красота, лепота. Была бы речка поглубже, как классно спускаться рафтинг по таким горным речкам. Это просто обалденно. Если вы еще не ходили, друзья, рекомендую. Это незабываемое ощущение. Я не сплавлялся на плоту, не сплавлялся на байдарке. Это просто обалденно. Ощущение просто великолепное. Столько энергии, столько адреналина, столько радости. Это просто вау. Здравия, дорогие друзья, еще раз с вами Ярослав Мудрый Воронцов, Академия семейных отношений Ведадум и тренинг-центр Green Mind Life. Green Mind Life. Ау! Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Вот она, яркая сторона. Эй! А на какой стороне живешь ты? Присоединяйся к нам. Green Mind Life. Друзья, красота просто необычайная. Я не могу наполниться, насытиться этим замечательным ощущением, находясь здесь. Всего лишь навсего. Простая горная речка. И на природе, ну так это красиво, это так здорово. Если вы еще в городе, найдите себе возможность попасть на лоно природы. И заряжаться этой благостью, этой энергией, которая просто бесконечна. Желаю вам найти свои источники бесконечной энергии и заряжаться ими каждый день, в любое время, в любом месте, в любой час, чтобы эта энергия переполняла вас, ваши сердца, ваши души, во благо вашего предназначения. Намасте.